Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 июля. Память святого мученика Иуста. Святой Иуст родом римлянин был воин. Ему было чудесное видение. На воздухе явился кристалловидный крест. Иуст уверовал во Христа и раздал все свое имение нищим. По приказу егемона Магненция он был схвачен, претерпел многие мучения, после которых предан был огню и скончался даже без повреждения волос. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.